Какой должна быть городская собака? Спокойной, а главное послушной и управляемой. Именно этому обучают своих питомцев участники традиционных соревнований по спортивно-прикладному собаководству. На лыжном стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» они вместе с подопечными сдают экзамен на командное взаимодействие. Но это еще полдела. Самое сложное испытание для четвероногих друзей человека – демонстрация выдержки. Как проверяют этот важный навык, узнаем из репортажа Ирины Кузьминой. На конкурсной площадке малинуа, немецкая и восточноевропейская овчарка, сенбернар, французский бульдог, доберман, лабрадор. Задача их владельцев, а это собаководы из Апатитов, Мончегорска и Мурманска, доказать, их подопечные управляемы, а значит, не представляют угрозы. Уметь ходить рядом, не кидаться на других собак, не лезть к другим людям, легко подзываться по команде, чтобы все жили, да, в социуме комфортно, не доставлять друг другу хлопот. Команды сидеть, лежать рядом четвероногие участники соревнований знают отлично. А вот демонстрация выдержки для них, пожалуй, самое сложное испытание. Усидчивость питомцев проверяют с помощью разных хитростей. Например, пытаются приманить куском мяса. Провоцируют собаку сорваться с места также актеры. Кто-то исполняет роль добродушного дворника. Другие имитируют группу шумных людей. Словом, соблазнов много. Но реагировать на эти раздражители собаки не должны. Заниматься обязательно надо с любой собакой, абсолютно, и с маленькой, и с большой, и это и комфортно себя чувствует и человек рядом со своей собакой, и посторонние люди будут комфортно себя чувствовать, когда собака адекватная, когда собака управляемая. В номинации «Опытная собака» все ступеньки пьедестала заняли хозяева площадки, а среди новичков первое место у представителей Мончегорска. Но главное, что все четвероногие участники доказали – управляемая городская собака – это про них.